Салам алейкум, здравствуйте, друзья. Мы сегодня находимся в Юнусабадском районе, на территории бывшего свалки Хасанбай. Сейчас вот мы вышли с экскурсии Логачевым Игорем Александровичем, членом общественного совета при Государственном комитете экологии. Мы сейчас вот данный сюжет, мы хотим репортаж снять про эти свалки города Ташкента. Здесь в данный момент уйдет уже много лет. Свалка официально закрыта в 90-х. Вот мы сейчас хотим провести маленькую экологию, вот состояние здесь грунта. И в данный момент это в 90-х годах было закрыто, но она работала неофициально. Сюда со всего города, с Юнусабада завозили бытовые отходы, мусор. Вот сейчас грунт, вы сейчас будете наблюдать, что он состоит из мусорки. И здесь есть отходы, бытовые отходы, которые вредят экологии ближайшего района и города Ташкента. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте. Да, значит, здесь раньше располагался, много лет тому назад, располагался карьер кирпичного завода. Довольно глубокая яма была. И в какой-то момент времени начали эту яму засыпать в основном бытовым мусором. Карьер со временем переполнился и стал расти, на месте карьера стал расти холм. Значит, машины сюда ездили совершенно официально, мусор вывозился, видимо, официально. То есть сейчас установить документально, какой статус имела эта свалка, довольно трудно, потому что эти документы, никто не знает, где они и что в них было относительно этой территории указано. Но здесь я был с экскурсией, в которой входили представители Юнусабадской санэпидстанции, и заместитель главного врача сказала, что лично она закрывала эту свалку в 99 году в связи с ее переполненностью. И более эта свалка не открывалась. То есть официально сюда после 99 года ничего не должно было завозиться. Значит, официально документы о закрытии этой свалки предоставлены не были. И хотя было дано обещание, что они обратятся в архив там и что-то попытаются найти, документы относительно закрытия этой свалки, но до сегодняшнего дня пока никаких движений сделано не было. И я хочу, извиняюсь, перебью вас. Недавно по инициативе Общественного совета при Государственном комитете по защите экологии была собрана комиссия по вопросу в городе Ташкенте свалок и канализационных очистительных объектов. Вот как и прошло, как прошла встреча, чем закончились вот эти встречи? Да, действительно, значит, Общественный совет в последнее время начал активно работать по в плане формирования рабочих групп. То есть, поскольку количество экологических проблем в республике очень велико, и решаются они не очень удовлетворительно, мягко говоря, то Общественный совет решил, а там около 20 участников, решил разбить вот эти 20 участников на отдельные маленькие группы, которые называются рабочие комиссии. И в эти группы должны входить вот 2-3 участника Общественного совета и несколько работников самого комитета. Вот сейчас вот эти рабочие группы находятся в стадии формирования, но рабочая группа по мусорным полигонам, хотя еще официально приказ о ее формировании председатель комитета не подписал, эта группа уже начала активно работать. Значит, были проведены несколько выездов на Юнусабадский полигон и на Хасанбайский полигон. И недавно была организована встреча со всеми организациями, которые, в принципе, должны быть заинтересованы или каким-то образом отвечать за состояние полигонов. Встреча прошла очень бурно, потому что я там был докладчиком, и в основном пикировка у меня произошла с представителями Юнусабад Бизнес Сити. Кроме них, значит, были представители от прокуратуры генеральной, был представитель от кадастра, от земкадастра, представитель от городской санэпидстанции, от Юнусабадского хакимията. От городского хакимията почему-то никто не пришел, хотя их приглашали. Но в основном все эти организации молчали. То есть они сидели, слушали, не знаю, внимательно или нет,
И после этого доклада было объявлено, что будет экскурсия. Был выделен автобус комитетом по экологии, но ни одна организация на экскурсию поехать почему-то не захотела. То есть опять автобус поехал практически пустой, в нем было всего 5 или 6 человек. И это говорит о том, что данная организация, ну, в частности, санэпидстанция, почему-то проявляет непонятное равнодушие вот к этой тематике. Хотя, казалось бы, они в первую очередь должны заинтересоваться положением вещей. Ну, пока на современном, вот на данном этапе положение такое, что общественность, вот, общественный совет делает в плане освещения данной проблемы гораздо больше, чем должны делать официальные организации, которые по существу своей деятельности должны быть в первых рядах этой проблемы. Это встреча в 31 марта, да, не ошибаюсь, правда? Да, это вот, да, это только что, вот она на днях прошла. Вот сейчас мы начали экскурсию вот с полигона Хасанбай. Вот здесь сейчас находится, сказали, парк Ташкент. Да, это гараж, территория выделена под стоянку автомашин Ташкент-Сити. Какая территория здесь? Значит, площадь Хасанбайского полигона бывшего примерно 15 гектар. Да. Ближайшие вот эти районы, махали, как называется, вот Хасанбай с этой стороны, вот ближайшие какие-то промышленные махали, промышленные зоны какие-то еще есть? Нет, в отношении промышленных зон тут рядом никаких промышленных зон нет, насколько я знаю. Махали, да? Да, вокруг. Нет. Ну вот эти дома, которые вы видите на горизонте, они уже довольно старые, и они расположены в непосредственной близости к этому полигону, хотя, как известно, по санитарным нормам жилые строения должны находиться не ближе 500 метров к бывшим мусорным свалкам. По нормам СанПИ. Да, по нормам СанПИ. Но здесь эти нормы не соблюдались, видимо, и в советское время, не соблюдаются они и сейчас. Кроме того, если бы у нас была возможность пройти к тем домам, вы бы увидели, что жители пользуются удобством, находящейся рядом свалки, и весь свой бытовой мусор сваливают просто за стены своих домов. В данный момент нету, да, данных, что эта свалка закрыта или действует сейчас? Да? Пока официальных данных о статусе этого полигона не обнаружено. Вот сейчас прокомментировали здесь рабочие. Снимите, пожалуйста. Вот они расчищают территорию под кондитерский цех, оказывается, здесь. Вот так они этот груз дальше следуют. Сюда повернитесь. Вот от дороги здесь вот территория готовит под кондитерский цех. Вот сейчас прям видите, вот здесь груз, вот прям мусор. Сколько метров, не знаю, вот здесь близко находятся жилые дома. Все, пойдемте. Ну, вот я хотел бы прокомментировать, что здесь было. Вот обратите внимание на серые слои. Везде по борту идет серый слой. То есть здесь тоже был тот же самый полигон. И вот верхнюю часть полигона, верхнюю часть мусора с верхним относительно небольшим слоем земли сняли. И, как вы видите, площадку планируют, очевидно, под какое-то строительство. К сожалению, камера и микрофон не может передать ярко выраженный химический, едкий химический запах, который говорит о том, что, очевидно, процессы разложения в почве продолжает происходить. Обратите внимание, жилые дома, одноэтажные строения стоят также на непосредственно на бывшем мусоре. Физические возможности расчистить эту территорию? Ну, этот вопрос не ко мне. Это вопрос, собственно говоря, наверное, к Хакимьяту. Дело в том, что, понимаете, на бывших свалках даже после проведения рекультивационных работ строительство непосредственно, даже на этих рекультивированных землях,
законодательство запрещает. Так, на какой-то период, да, чтобы прошел восстановление? Да, видимо, там либо какой-то длительный период должен пройти, либо эти земли должны быть выделены, ну, допустим, под какие-то парковые зоны, под еще что-то, но не под жилое строительство. Чтобы люди постоянно не находились. Да, а тут, как вы видите, территория не рекультивирована, идет вывоз бывшего полусгнившего мусора. Дело в том, что мусор в земле разлагается очень долго, вот такой вот, как пластик, да, и так далее. И идет выделение территории, можно сказать, на еще теплые свалки, которые еще как бы не остыли, не успели перегнить. Знаете, четко довольно определяется состав грунта по донышкам бутылок, потому что на донышке многих бутылок указана дата их производства. И вот здесь можно определить, здесь грунты, начиная от 50-х годов идут. То есть мне здесь попадались стеклянные бутылки, у которых на донышке там был 56-й год, 58-й год. То есть можно диапазон работы этого полигона можно установить во всей его широте по вот этим раскопкам. Но было бы желание этим заняться. Лежит смесь всех слоев. Потому что они по несколько раз, видимо, перевозились, перелопачивались. И определить, ну, запах доносится совершенно четкий отсюда. То есть, по идее, здесь надо брать химический анализ грунтов, химический анализ воздуха. Так, это не... Сейчас посмотрим. Девяносто первый год. Это свежий еще. 91-й год. Так, здесь что мы имеем? Вот обратите внимание на цвет бутылки. Вы видите зеркальность? Вот это говорит о том, что в почве, где лежала эта бутылка, происходят бурные химические процессы. Потому что если почва химически нейтральная, вот стекло должно сохранить свой естественный зеленый цвет. Если оно было прозрачное, оно бы должно остаться прозрачным. А вот эти пленки окисла четко говорят о том, что оно лежало где-то в гнилостной среде, что вокруг происходили какие-то химические процессы. Вот территория бывшего Хасанбайского полигона. Она известна была всей округе, потому что сюда свозился и бытовой, и строительный, возможно, и промышленный мусор с очень давних пор, с советских. Значит, вот мы сейчас, пройдя по полигону, подняли несколько стеклянных изделий, на донышке которых видна, в принципе, свежая дата, 91-й год на донышке бутылки. То есть это говорит о том, что здесь эта свалка функционировала еще совершенно недавно. Я уже рассказывал, что санэпидстанция дала устные сведения о том, что свалка была закрыта в 99-м году. Она официально больше не открывалась, и завозить сюда мусор с 99-го года, получается, было нельзя. Тем не менее, мусор продолжали везти. И сейчас это происходит так же. Ну, в основном сейчас завозят сюда разный строительный мусор. Можно увидеть внизу кучи грунта совершенно разного цвета. Голубого, белого, серого, черного. Вот, видны тряпки какие-то и так далее. Да. Значит, до сегодняшнего дня статус данной территории, то есть какие-то документы советских времен, из которых было бы ясно, что это была свалка, эти документы до сегодняшнего дня не обнаружены. Честно говоря, по-моему, их никто и не стремится, эти документы, обнаружить, пролить свет на фактический статус данной земли. И если это не будет сделано, придется делать специальные анализы, грунтоведческую экспертизу, которая, если установит, что данная земля, состав грунта соответствует именно мусорной свалке, то надо будет принимать соответствующие законодательные меры в соответствии с законом. Но как это сочетается с тем, что вот люди уже построились на этой земле, куда теперь девать эти строения, и кто их выделял на этой территории? Это большой вопрос, который надо задавать нашим властям местным. Пока никаких ответов, никаких комментариев мы ни от кого из местных властей не слышали. Ни от Юнусабадского хакимьята,
ни от городского хакимьята. И похоже, что эта тема их сильно раздражает. То есть они не хотят ее раскрывать, эту тему. Вот. Вы видите жилые дома, вот тополя растут. То есть дом находится прямо под боком мусорной кучи. А по Санпину, соответствующему, действующему, ближе 500 метров дома находиться даже к бывшим мусорным свалкам не должны. А вот вся окружающая Махаля, вот она практически стоит на этих мусорных кучах. Вот внизу работают черные копатели, люди, которые в бывших отвалах ищут что-то полезное, в основном металл. Вот грузовики продолжают вывоз мусора не куда-то на другой полигон, а мусор вывозят прямо сюда же. Буквально он экскаватор работает на расстоянии 200-250 метров. Вот вы видите грузовик, который везет мусор и вываливают тут же рядом, неподалеку. Стоит характерный химический запах. Это очень интересно будет снять момент вываливания. Ну, нам действительно сегодня повезло, чтобы вот это все увидеть непосредственно. Это вообще удача. Да, вот они сюда и сводят весь окрестный мусор, к центру. Вот по цвету вот этих куч разного цвета, вот четко понятно, что свозят остатки каких-то производств. Вот какое-то керамическое, видимо, производство. Вот это так называемые черные копатели. Ну, это люди, которые находят то сырье, которое можно потом сдать. Да, в основном они интересуются металлом, особенно цветным металлом, да. Это широко распространенное явление на Юнусабадском полигоне особенно. Там это, можно сказать, для многих людей является второй профессией.